Летом 2014 года я являлся членом организации, называемой «Харьковские партизаны». Задачами этой организации было совершение взрывов на территории Харьковской области с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Тем же летом я прошел специальные курсы военно-диверсионной подготовки на территории Белгородской области в России. Там нас обучали стрелять из оружия, пользоваться взрывными устройствами различными. Обучение проводили люди в военной форме, без знаков различия. Всего на курсах нас было 6 человек. Из нас потом сделали отдельную группу и отправили в Харьков. Задачей было взрывать объекты на железнодорожной дороге, волонтерские пункты, военкоматы. Вот. Почти все члены группы набирались из числа участников митинга возле памятника Ленину весной 2014 года, ну, так называемой русской весны. На курсе меня и членов группы завлекли обманом, пригласили в Белгород поработать на стройке, а по приезду туда забрали мобильные телефоны, документы, ну, привезли в военный лагерь. В лагере нас заставили дать подписки о сотрудничестве и объяснили, что обратного пути у нас уже нет. Из денег нам оплачивали только дорогу, какое-либо вознаграждение обещали только после конкретных диверсионных акций. Однако в таких акциях я участия не принимал, поскольку одно дело мирные протесты, а другое взрывать и нести войну в свой город. Я этого не хочу. Многие из нас разочаровались в идеях русского мира, понимая, что все это обман и пропаганда. Ну, боятся выйти из тени. Мне кажется, известно, что в связи с эффективной деятельностью правоохранительных органов Украины, ФСБ России прекратило финансирование харьковских партизан, и этот проект закрытый. Я хотел бы обратиться ко всем. Пора заканчивать войну. Те, на чьих руках нет крови или иных тяжких преступлений, будут освобождены от уголовной ответственности, как это предусматривает закон. В качестве своего вклада в дело установления мира я добровольно выдаю правоохранительным органам тайник с оружием организации харьковских партизан, о котором мне известно.